Здравствуйте, друзья! В этом видео пойдет речь о модулях. Модули в игровом движке Point.js, как они подключаются, как они устроены, как их написать самим. И самое главное, что мы разберемся с тремя модулями. Физика, топ-даун и частица. В этом видео я поставлю тайм-коды, когда мы будем подключать каждый из них, настраивать, потому что видео получится немножко затянутое, но потому что по всем трем. То есть охватит весь материал. Дальнейшие видео по следующим модулям, которые будут появляться, они же будут появляться индивидуально по использованию каждого модуля. А это сразу по всем трем. Ну что ж, что такое модуль? Модуль – это готовое решение, которое вам позволяет создать быстро физику, там столкновение для топ-даун, частицы, еще какую-то фигню. По факту, модуль, вот если мы создадим новый проект, это же тоже можно считать каким-то модулем. То есть мы когда вызывали какое-то решение, вот, работа по клавиатуре, да, быстро создали какой-то некий код, который нам позволяет двигать персонажа вверх, вниз, слева, вправо. Так, модули то же самое, только чуть посложнее. Вот и все. Никаких секретов в них нет. Модули содержат в себе и переменные, и функции. Функциям мы обращаемся. Так вот, раньше эти модули были встроены в игровой движок Point.js, вы об этом прекрасно знаете. Вес движка был 97 килобайт. Теперь эти модули убраны из движка. Обратите внимание, что все ваши проекты, которые вы создали до этого с физикой, с таким пресетом и с таким, они не развалятся. При обновлении среды разработки игр новый движок появится только при создании нового проекта. То есть вы никогда не испортите старые. Например, чтобы перенести новый движок на старый проект, вам сначала нужно создать новый проект, а тут забрать движок, скопировать и перенести в старый проект. Только таким образом обновиться. Тем не менее, пока все слишком не закрутилось и массово движок не разошелся, я принял решение разделить, вынести модули, потому что в этом есть большие плюсы, их много. Первое, ну, вес движка, конечно, немножко уменьшился, но это килобайты, может, это не столь важно. Тем не менее, первый большой плюс – все модули открыты. То есть вы можете зайти в любой код модуля, он написан только исключительно на командах игрового движка, то есть никакого стороннего кода там нет. И отредактировать под себя, потому что, повторюсь, ни одно готовое решение, ни конструктора там игр, ни мое, которое я здесь предоставил, не позволит удовлетворить все хотелки всех пользователей, всех программистов, потому что кому-то захочется что-то свое, что вы не продумали. Поэтому теперь вы можете спокойно отредактировать любой код, использовать его, что-то в нем поменять, на базе него написать какие-то свои решения, написать мне, опубликовать его здесь, чтобы люди пользовались. То есть теперь большая свобода действий. Так как движок был закомпилирован, что-либо поменять в пресете было реально невозможно. Теперь весь код открыт. Это первое. Второе. Вы не таскаете за собой движок с ненужными функциями. Потому что, например, в моей игре, которую я создаю, у меня нет ни физики, ни столкновений. Но столкновение есть. Но смотрите, повторюсь, мои же решения, которые я написал, они меня не удовлетворяют, потому что я там учил слишком много, а мне слишком много не надо. Мне нужно было кода меньше. Поэтому я создал свои столкновения. И мне по факту пресеты, которые там написаны, для текущего проекта не нужны. Поэтому зачем таскать движок с ненужными функциями? Ну что ж, первый тайм-код – это физика. Скачиваем. Просто кликаем на слово «скачать» и готово. Итак, вот этот файл, сейчас я это все удалю отсюда. Извлекаем то, что мы скачали. У нас там файл JavaScript. Вот, как обратите внимание, здесь все полностью открыто. То есть теперь полная свобода действий. Настраивайте, редактируйте, что хотите с этим делайте. Делайте под себя, чтобы было удобно. Так вот, скопируем этот файл. Открываем IDE. У меня уже открыто. Создал чистый базовый проект и, например, положим скрипты. Куда вы положите, неважно. Ну, я вообще все сторонние JavaScript файлы кладу сюда. Итак, хорошо. Теперь нам нужно создать некую сценку. Сцену мы нарисуем в редакторе карте уровня игры. То есть эта сцена нам дойдет и для пресета столкновений, и для физики. Поэтому все в одном уроке. Я нарисую вот так, и вот так, и не знаю, какую-нибудь фигню поставлю вот здесь. Это некие стенки будут, а вот это пусть будет игрок. Я его назову player, и чтобы не было одного цвета, нам сейчас не нужна красота на сцене с физикой. Нам нужно что-то, с чем мы смогли бы работать. Обратите внимание, что
Так, вот сейчас запускаю рендер, это пока все скрою. Пока у нас чистый экран, но если мы горячую клавишу F3 нажмем и вызовем базовый код для карты уровня игры, обратите внимание, что у нас уже все появится. Как так? Ну, потому что это базовый стандартный код. Он инициализирует и персонажа, и инициализирует стенку. И вот здесь вот мы просто отрисуем игрока, потому что он в этом коде не отрисован. И вот наша сцена уже готова. Видите, все удобно в режиме реального времени происходит. Так вот, теперь нам нужно подключить пресет физики. Обратите внимание, те, кто уже с этим работал, ну, не пресет, а модуль, что теперь в методах исчезло слово пресет. Я их вырезал вместе со словом, то есть кардинально они убраны. И здесь этот раздел теперь назван не пресет, а модуль, потому что это готовый код для модуля. То есть то, как к нему обращаться. Давайте я расскажу, как вообще в принципе устроен этот модуль. Вот что вот здесь, вот, что за структура представлена. Вот я могу создать левый файл, совершенно левый файл, с каким-нибудь там названием. Вот так создал, захожу в проект и его удаляю. Он мне здесь не нужен. Модули не подключаются к HTML-файлу. Это свои файлы, на которые мы просто ссылаемся. Короче, это подключаемые JavaScript-файлы, можно так сказать. Так вот, модуль устроен таким образом. Горячая клавиша F3 опять вызываете. И new модуль. И он устроен таким образом. Вот есть такая форма записи. И модуль состоит из следующего. Он состоит из там набора переменных глобально для этого модуля. Там var1, там var2, еще чего-нибудь. И каких-то функций. Обратите внимание, что когда мы подключим модуль, вот эти все глобальные переменные, они недоступны. Недоступны в игре. То есть это хорошо. Здесь идет своя жизнь. Здесь своя. Мы можем одинаковое название написать, ничего не пересечется. И если мы хотим, чтобы и здесь были общие переменные, и здесь были одни и те же переменные, тогда их нужно вызвать прямо здесь. И тогда они сюда перейдут. Так вот, а вот эта функция, которая здесь есть, она может быть одна функция, там вторая, третья, там десятая функция. Мы просто ее берем вот с таким названием, как она есть, да, и в игровом цикле вызываем в нужном нам месте. Вот так. Например, у нее было такое название. А у этой функции, вот у этой, было, так, цифру-то нельзя, вот такое название. То есть она что-то делает. Таким образом мы обращаемся к функциям и их вызываем оттуда. Вот таким образом устроен модуль. Все очень просто. Хорошо, я эту тему закрываю, не сохраняю ничего. И так, проект тоже не нужен. Так, вот сам модуль физики. Как он подключается? Он подключается... Ну, во-первых, нам нужно вызвать перемены из библиотеки. Вот методы модуля. Вот сейчас. Сверну это все дело. Так, метода модуля. Теперь мы к этой переменной можем обращаться и подключать модуль. Где он подключается? Ну, скорее всего, до инициализации карты уровня игры, потому что потом пойдет загрузка игры. Поэтому здесь пишем так, модуль. Вот так вот, вот эта команда. И здесь указываем путь к этому файлу. Давайте это, чтобы не мешало, удалим. Не нужно нам здесь. Встаем сюда, Alt и левая кнопка мышки по названию, вставляем путь к этому файлу. Обратите внимание, что если я сейчас нажму Ctrl-S, у нас выйдет ошибка. Раньше, когда мы подключали пресеты, ну, мы не использовали такое, у нас не было ошибки. В чем дело? Если мы зайдем в физику, сейчас разберемся. Видите, здесь есть некие переменные. Дело в том, что там, по старому принципу, мы могли их там разместить сразу, к ним обратиться, а здесь нельзя. То есть это некие глобальные переменные, которые должны быть в реале объявлены вот здесь, потому что это флаги столкновений. Мы должны получить доступ к ним в игре. Как я сказал, к переменным, вот к этим, мы доступ к жизни не получим оттуда. Здесь изолированная среда. Мы получаем доступ только к работе функций. Вот, то есть то, как написали эти функции. Поэтому сейчас будет ошибка, но переживать не стоит. Я вот из игрового цикла все отсюда удалю и делаю следующее. Опять горячая клавиша F3, наша знакомая. Модули, и вызываем как раз таки наш пресет с физикой игрока. Модуль физики игрока. Ссылки на видеоурок еще нет. Это видео, которое будет будущее, которое вы сейчас и смотрите. Тем не менее, все то же самое. Ничего не изменилось. Просто чуть название команды вызова поменялось, и все. Я вот эти комментарии хочу все грохнуть, чтобы просто не отвлекало и не мешало. Alt-Shift-Delete позволяет все это затереть. Итак, переменные, они позволяют настраивать физику, это параметры физики. Их потом можно заменить просто цифрами самой физики, как всегда. То есть
Если вам нужен базовый урок по физике, просто наберите в гугле «физика по NGS». Там будет базовый урок, ничего не поменялось. Просто чуть форму вызова через модуль появилась, как сторонний файл подключаемый. Итак, смотрите, вот они у меня здесь как раз указаны. Вот эти переменные. Их нужно указать до вызова модуля. То есть теперь это глобальные переменные, которые и модуль у себя здесь словил. Мы их уже и задали, видите, назначение здесь. И только теперь мы можем подключать модуль. Тогда они туда пройдут, ошибки не возникнут. Иначе он просто не понял, что за переменные, их нету. То есть и в коде они не определены оказались. Вот и все. Это я все удаляю, нафиг это не нужно. И здесь все как всегда. Инициализация физики, вот те переменные, которые мы кинули на самый-самый верх. Это параметр для контроллера. Сейчас мы его включим. Это столкновение. Вот основная команда столкновения. Видите, просто форма записи вот вначале поменялась. PGS, точка и слово. А там было preset, точка и еще какая-то фигня. Не помню уже. И это инициализация движения. Вот так устроена физика. И если я заново напишу, мы зря плеера стерли. Вот так. Сделаю так, то видите, наш мяч, ну, наш объект, короче, уже упал. Физика уже работает. Обратите внимание, что она еще не двигается, потому что в самой игре у нас здесь не подключена. Не подключена клавиатура. В пресете, кстати, обратите внимание, если будете лазать, здесь есть код. Но, повторюсь, это только исключительно для работы самого пресета надо было. Та клавиатура, это не та клавиатура, которая здесь. Как бы это ни звучало. Вот метод вызываем себе кей, к которому можем обращаться. И теперь все будет работать. Вот так. Все, супер. Физика подключилась. И даже делать ничего не надо. Но, тем не менее, давайте поиграемся. Вызываем контроллера. Вызываем контроллер физик-плеера. Обратите внимание, напомню еще раз, что по умолчанию контроллеры заблокированы. Здесь ничего нет. Не удалить, не изменить диапазон. Это шаблон, от которого вы можете отталкиваться. Вот нажмите сюда, создайте дубликат этого шаблона и ломайте, делайте с ним что хотите. Это все будет заблокировано, вы можете дописывать свои параметры. А это шаблон. Так вот, у нас игра уже идет, и мы здесь в режиме реального времени можем настроить и скорость движения там персонажа, да, например. Ну, короче, как всегда. И гравитацию, если там необходимо. Вот, совсем будет так. То есть настраивайте параметры, как вам надо, как вам необходимо. Можно плотность среды делать, видите, он совсем не поднимется, либо полетит, как, видите, легкий такой, да, получается, как воздушный шарик. Количество отскоков можете менять, можете так себя вести. Вообще никогда не становится. Прикольно, что когда я создал физику, в те далекие времена, я не мог в режиме реального времени, то есть я не думал, что в режиме реального времени я вот так возьму и сделаю затухание, да, например. Короче, настраивайте эти параметры, как и в базовом уроке. Переносите все эти цифры, настроенные вот сюда, потому что если вы нажмете Ctrl-S, сохранить, все это упадет. Свалится до тех значений, которые здесь введены. Он словил эти переменные. Да? Так установлен контроллер. Кстати, по контроллерам базовый урок, опять же, YouTube открыли, по NGS контроллерам. Так. Ну все, короче, настроили, здесь все хорошо. Единственное, хочу показать на всякий случай, как работать вот с этим делом. Повторюсь, эти все переменные, они созданы для того, чтобы определить, есть ли столкновение справа, слева, сверху, снизу. Почему мы не можем написать здесь вот в обработке столкновения базовую команду? Там, вот так. Если player is static intersect, так, вот, там will it и get static box, вот это базовая команда столкновения. Почему нет? Да потому что она... Во-первых, нам словит любое столкновение, это во-первых. А во-вторых, здесь произойдет реальное столкновение, а здесь мы получаем результат после. Мы будем запаздывать технически на шаг. Физика – это сложное техническое решение, сложный пресет, который позволяет... Ну, у него есть ускорение, есть там замедление, и вот эти вот ускорения и замедления, эти все переменные, вот если мы к ним обратимся, на любую вот так, Ctrl-D нажму, они генерируются внутри, когда реально произошло само столкновение. Поэтому прямо из места столкновения мы это событие забираем, и это супер четкая получается проверка на данные. А вот это, если мы даже направо напишем команду отдельную, будет нечетко и не всегда может работать. Короче, давайте небольшое слое просто накинем, вот так вот. Если наша вот эта переменная, да, пусть будет up, например.
Если идет столкновение сверху, тогда мы wall-itin блок, с которым мы столкнулись, перекрасим в какой-нибудь цвет. Да, например, он зеленый. Да? Вот так. Сойдет же, да? Вот и все. Погнали сюда. Ну вот, видите, мы касаемся, и все хорошо. То же самое для других сторон. Сейчас мы направо напишем. Так, вот букву R, right. Если с правой столкнулись, то сюда. Все понятно. То есть, касаясь блока, мы можем с ним коммуницировать, как мы на стриме с вами двигали бочки и так далее. Вот двигать бочку мы можем только, когда узнаем, что коснулись объекта. То есть, при движении, например, направо. Итак, с этим пресетом разобрались. Погнали к следующему. Следующее у нас про столкновение топ-даун. Используем ту же самую карту уровня игры. Я вот это все удаляю. Это нам ничего не надо. И у нас чистая сцена. Только игрок нарисован. Ну и карту уровня мы тоже стерли. Там отрисовка стенок. Ну там в пресете отрисовка стенок, скорее всего, будет. Итак, переходим на сайт и скачиваем себе пресет еще один. Вот так. Так, топ-даун. Извлекаем. Извлечем. Так, вот этот файл. Копируем все это дело и опять же отправляем себе в скрипты. Открываем папку скрипты, вставляем. Очень удобно, когда можно зайти и реально поменять. А топ-даун вообще мелкий пресет. То есть здесь написано вообще мелочевка, честно говоря. Те же самые наши знакомые переменные, которые выдаст ошибку. И, кстати, есть отдельные переменные, называется сам. Она отвечает за столкновение вообще какое-либо. Вот произошло столкновение, и оно сказало нам. Почему сделать так? Здесь вообще, видите, очень мало всего. Вот. Всего-то тут ничего кода. И вот это вот все, вот эта строка, и вот это, напомню, что все это базовое столкновение, построенное на системе предсказания столкновений, которое я разработал примерно 5 лет назад. И оно представлено вот здесь, вот в технических решениях From Develop. Называется Get Static Box DAWS. Вот. Предсказание по четырем сторонам столкновения. На базе этого построены все столкновения. Итак, пресет. Вызываем пресет. Все то же самое. То есть вот здесь горячая клавиша F3. Переходим в модули и Top-Down Game Key. Ну пусть будет так, хорошо. Вот эти переменные, которые нам нужно забрать. Мы с ними знакомы. Да? Давайте. Так. Тогда вот так вот сделаем. Alt, Ctrl и скобочка направо позволяют удалить комментарии. Вот. То есть снимает, в принципе, комментарии. А потом, еще разок, я вот это все удаляю, чтобы мне не мешалось. Alt, Shift, Delete позволяет, в принципе, стереть комментарии. А так бы мы стерли все. Забираем эти переменные, нам знакомые, да? Что они нужны. И теперь по старой системе modules, вот, import sync, и здесь указываем путь к этому файлу. Вот. Отлично. Все получилось. Здесь, как всегда, ссылки на урок нет, но уже будет, когда будет загружено. Это все стираем. Видите, какой маленький пресет есть? Ничего нет. Так, удалю комментарии, не нужны они здесь. Что здесь комментировать? Итак, здесь все очень просто. Здесь не хватает камеры, конечно, для столкновения. То есть допишите, конечно, нормально команду, если wall it is in camera, то есть wall с индексом. И вот так. Is in... Давай, предлагай. Вот. Если он попадает в камеру, вот так вот, то тогда проводи столкновение, иначе зачем? Зачем это дело все считать? Вот, так будет правильнее. Так вот, такой пресет. Имя игрока, скорость движения можно ставить там 5, клавиши, которыми мы управляем, это индикация блока, с кем столкнулись. Это система наших знакомых столкновений. А это опять инициализация движения. Так устроено. И вот если мы это все дело вызовем, здесь не хватает команды wall it и draw. То есть вот так. Wall с индексом и точка draw. Вот. Мы сначала, ну, не знаю, здесь смотрите сами, что сначала рисуем сталкером, сталкером рисуем. Смотрите сами. Вот наша сцена. И обратите внимание, все двигается, но потому что команду K отсюда, которую мы вызывали, мы не удаляли. И вот все то же самое. Все, поехали. Видите, минимальное столкновение. Здесь не, даже зазор
не то что зазор, здесь его нет. Блоки 50 на 50. У нас нулевая притирка. И что прикольно, мы можем опять же написать нашу команду. То есть пресет уже работает. Давид топ-даун. Например, сверху. Вот так вот. Если это событие произошло, тогда опять же вот этот блок wall eating мы будем перекрашивать. Fill color равняется тоже зеленому цвету. Вот так. Обратите внимание, что ну здесь-то я влез, к сожалению. Надо как-то так коснуться, сюда подойти. Вот так. Видите, я прохожу, у меня нет столкновения. Лево-право иду. Столкновение здесь прикольно сделано так, что они работают только когда, видите, нажимаю на клавишу вверх, да, либо вниз. То есть, когда мы не жмем, у нас и нет столкновений, то есть нет и событий, а значит все очень легко проходится. Короче, вот такой вот пресет. Дальше рассказывать нет смысла, здесь все очень понятно. Заходите, меняйте сами под себя, не знаю, настраивайте клавиши, еще что-нибудь делайте, дописывайте его. Итак, погнали к следующему пресету. Следующий это у нас частица. Интересный пресет получился. Итак, скачиваем наши частицы. Скачались. Переходим сюда. Все это дело можно стереть, чтобы не было бардака. И извлечь все. Знакомым образом закидываем их вот сюда, в наш проект, вот в папку скрипты. И по старому принципу сразу, без всяких танцев с бубном, ссылку заменяем сюда, частицы. Вот так вот. Все. А это, естественно, сюда не надо. Это из старого. Вот эту всю фигню тоже удаляем, потому что сейчас уже нам это реально не пригодится. Кстати, это движение игрока, это столкновение, это просто движение, это рисовка. А давайте нарисуем. Game of Unit. Мы, знаете, вот что сделал. Мне, я просто хотел бы, чтобы наш персонаж двигался. Давайте вот так вот. Горячий клавиш F3 без пресета, чтобы не было бардака. У нас называется Player. Вот это готовое решение. Будет? Вот, только медленно, ну, хрен с ним. Надо здесь просто скорости добавить. Короче, вот просто обычный игрок, который просто двигается. А зачем? Я покажу сейчас. Итак, смотрите. Подключили модуль с частицами. Ошибок никаких нет. Ну и в принципе, еще ничего нет. Пропускаем немножко места, как всегда. И сворачиваем это все дело. Еще раз открываем модули и частицы. Вызываем частицы. Смотрим, что нам предлагает тут. Знакомый нам набор переменных. Урока еще не будет. Это я не удалил урок. И нажимаю Alt-Shift-Delete. Вот так вот. Забираю эти переменные и переношу на самый верх. Он от физики остались. Не нужны они. Вот так. На самый-самый верх закину эти переменные. Теперь смотрим. Вне игрового цикла написано. Это массив, который нужно разместить вне игрового цикла. То есть каждый набор частиц лежит в своем массиве. Хорошо, это понятно. Забираем его себе и располагаем, как и написано в инструкции, вне игрового цикла. До реализации карты уровня игры. Вот здесь. Хорошо. Теперь нажимаем Ctrl-S и обратите внимание, что частицы появились. То есть вот такая форма записи нам генерирует частицы. Вот частицы с разными там настройками. А зачем я сохранил игрока? Смотрите, я вот здесь вот вместо точки, где появляются частицы, могу сделать так. Player. Get position C. Где он? Get position C. Относительно центра. В центре игрока, да? Сделаем. А теперь сделаем так, что игрока не будем рисовать. О, будем это, гонять частицы по сцене. Нет, давайте все-таки скорость сделаем побольше, там плюс равно 5, чтобы интереснее частицы летали. Так, и сейчас вызовем контроллер, понастраиваем это все дело здесь. Так, минус равно 5, здесь так, плюс равно 5. Во, будет побыстрее. Вот, другое дело. Видите, можно управлять частицами. Так, неправильно, минус. Вот. А то смотри, не туда поехало. Во, все хорошо. Итак, частица. Вызываем наш знакомый контроллер,
вызываем пресет, как всегда, заблокированный шаблон для частиц. И у нас очень тоже много параметров. Количество частиц, размер, скорость. Ну, давайте, кстати, что мы читать-то? Читать и все умеют. Давайте настраивать. Количество частиц. Мы можем сделать, чтобы их было меньше. Вот так вот появлялись, да? Можно их много запустить. Размер. Видите, здесь как будто вот такой микроискры идут. Кстати, довольно интересный эффект. Повторюсь, все заблокировано. Вы не можете это поменять, создать дубликат и уже делайте свои хоть там 100 на 100 пикселей. Вот. Можно сделать вот так. Вот такой интересный огонек получается. Так, теперь скорость движения. Видите, совсем, совсем медленно, и они умирать начинают. Там у них есть время жизни. А это очень быстрая скорость. Видите, как излучение такое идет. Да. Нам нужно, например, настроить чисто под огонь. Вот так вот идет. Теперь ширина источника. Ну, тут все понятно. Либо из точки идет, либо, видите, пошире. Зона излучения будет шире. Повторюсь, настраивайте все сами. Время жизни. Либо такое, либо, видите, долго летят вон до самого верха. Так, высота источника. Это вот так вот. То есть та зона излучения по ширине. Ну, вот получается вот так. Либо из точки. Из одной точки. Плотность частиц. Ну, тут все понятно. Если плотность на нуле, кстати, это выключает частицы. Так, частиц побольше. И самое, что прикольное. Прикольное здесь в том, что мы можем, видите, в режиме реального времени менять эти искорки. И менять цвет частиц, и менять искры. Вот этот последний параметр, он отвечает за то, на каком моменте начинают возникать, собственно говоря, эти искры. Видите, их нет. Вот они там микро совсем появляются, ну, не знаю, видно вам, не видно, сами запустите, посмотрим. А теперь, видите, мы искры этих добавляем, по сути, весь огонь практически становится искрами. И получается такой довольно интересный эффект, мы можем сами генерировать, с какого момента, собственно говоря, эти искры, какого цвета и начинают появляться. Повторюсь, вы можете зайти в этот пресет частиц, здесь тоже все довольно понятно, и сами пораскидать какие-то параметры, что настраиваете, какие цвета, там добавить еще цветов для чего-нибудь, там градиентов. Короче, играйтесь, настраивайте, как вам это надо, под свой проект. Ну что ж, друзья, вот такие вот модули появились на сайте. Эти модули со временем будут пополняться, когда будут какие-то технически большие готовые решения, например, для инвентаря игры, для еще какой-то фигни. Короче, теперь все модули существуют отдельно. Они не нагружают движок, вы за собой не таскаете. И так маленький движок. Он и так был маленький, но тем не менее. Теперь вы за собой таскаете четко сам игровой движок, а все модули, которые написаны командой движка, представлены отдельно. Если надо, вы их подключаете, если не надо, то и не подключаете, и не таскаете за собой. Ну что ж, вот такой вот большой обширный урок получился. Надеюсь, ответил на вопрос, что такое модули, как работают, как их самим создавать. Ну, я с вами прощаюсь. До встречи в новых видеоуроках. Пока.